приехали в деревню Умадас. Здесь фестиваль и ярмарка. К сожалению, уже темно, поэтому прошу прощения за такое темное видео, но я немножко решила поснимать то, что вижу. Это что, ручная работа? Красивости. Brutalne prodaż. Pick before, after, no problem. To сначала нужно спросить, а потом нет проблем. Za to все таней выйдешь из перегара. Да? Да, сумочки полные. Это лукумады готовят, пончики гибкие. И купы тоже. Это как зразы, такие котлеты. Да ну, у него эти черепашки скоро позади. Да. А вот смотри, какие рыцари. Да, это мой любимый отдел с орешками. Ой, да, это наш любимый отдел. Сухофрукты, цукаты, суки. Где зеленая? А вот не помню, что такое. Оливки. Это чеснок, интересно, декорация или его продают? Ну, это не натуральное. Нет, это не натуральное. А, декор. Опять лукумады и купы. А вот это вот, а, это вот это такое, внутри я забыла, что там будет. Это под лифторитику. Там внутри фарш, а снаружи как пшеничная крупа. А, да, вот помню, вкусная. Пшеничная каша. И... Почему они не глянули? Вот это мясо, вкусно. Колбасы. Видишь, они как только снимаешь, сразу должны купить что-то. То есть просто так пройти с камерой очень... No, I'm serious. You can show. Darling, don't mess my video. Это мне темное мясо, это в вине, да? Возможно. Ой, это кукуруза. На гриле, как мы делаем на огне. О, симметрии. А там кладбище. Представляете? Как интересно, фестиваль рядом с кладбищем. Это ручная работа. Здесь вот такие ресторанчики. Жарят сувлаки, шашлыки. Yes. Я тоже подумала, живая. А, это трубки какие-то. Это, наверное, как трубки или что-то такое, не знаю. Какие-то трубки, пикать какой-то. Это что? Это вообще как выглядит, как этот... Там написано. Как для игры, для гольфа. Нет, там написано, что это... А, это скидка, типа, для салопа. Ой, какая красивая тонкая трость.
сильно маленькая. Я хочу такой красивый тон. Надо вот тот посох, видишь? 15 евро. Ну как, скажешь, что ты, так сказать... Небесный. Да, вот смотри. Ой, тут это тоже ручная работа, видишь, что сюда? Такие вина с дерева, или с чего же. Красивые орешки насыпать, да? Да. Дощечки. Помоги. Hello. Какие красивые. Глянь, смотри, какие стульчики. Стульчики такие классные. Вообще. Подсвечники. А это, видимо, для хлеба. Хлеб, чтобы подходил, скорее всего. Вот я не знаю. Но я думаю, да, все. Похоже, я видела у мамы там дома. Это для хлеба. Ну, я так думаю. Да. Видишь, несколько. И одинарные есть, и несколько. Корыцы, да, разные. Скамеечки. Это сумочки разные. Интересные. Раньше, наверное, цена была выше, сейчас цена упала. Ой, какая под овечку, глянь. Под овечку? Нежненькая, да. Да. Под овечку. Сколько же она стоит? Там уж с другой стороны цена. Ну, котички. А, это у нас из цены. Hello. Ой, глянь, штанишки. Сейчас же модно, кстати. А, модно, вязаные штаны. Да, вот странно. Свитер, что, да, вот костюмы спортивные. Я Свете показала, она как-то так получилось, что вот вдруг эта мода мимо нее проскочила. Что она не обратила внимания? Мне понравилось. И потом мы нашли, она купила. А, купила? Да, и она так довольна была. Вот смотри, видишь, у тебя рыжие. Может быть, я в этом году куплю такие. Ботинки? Ну да, вот у тебя рыжие на каблуке. Посмотри, большие. У тебя большие, да. На каблуке 20 евро. Ну да, на каблуке. Ну нормально, 20 евро, что там. Ой, ну на каблуке. Посмотри, какие красиво. Растения тут, видишь? Да вообще, да. А для дома, для сада. Ой, кактусы, обожаю, суккулентики. Это античные разные вещи. Не знаю, но вот эти очень красивые. Не знаю. Это, наверное, масленка. Смеки дали. Handmade crochet. Yes, yes. И 17-ку. Мне такие нравятся, я, может, что-то такое бы хотела, знаешь, поднос такой. У меня там один из них более тяжелый, а этот, видишь, такой более легкий. Wooden. Yes. What you put in this? What is this? Money box. А, it's for money. Okay, understand, thank you. Okay. Это трахана, это вот это что? Андреас приносит, чтобы суп делать. Андрей. Ты это ела? А я суп... Они делают кашу пшеничную с йогуртом сначала, размачивают, потом высушивают. Она кислая. Она кислая, ну вот.
У меня уже батарейка разряжается. Ну, мой возьмешь. Ну, если что, возьму твой. А тут, наверное, хлебобулочные какие-то изделия. А она уже стоит, кулек приготовила. Кулек есть. Сейчас у нее купят что-то. Он ради вежливости спрашивает, а она уже быстро... Он говорит, что она слишком давление оказывает большое на тебя, чтобы ты тут... Да, это разные вещи тем. Казинаки разные. Вот. Да, если он buy it later. Ой. Вот видишь, Судзукас. Ты даже, смотри, вон, 6 евро. Вот это? Глухом, смотри, разновидности казинак, они говорят, пастылаки. Я тут раз привозила, всем угостила лукумом. Вот такие вот конфетки. Смотри, мам, ты, наверное, такого еще не покупала. Вот этого интересного. Попробуй так одну. Да, красный-красный. Я уже привыкла к тому, что здесь светлый гранат. Ага. Для меня это так немножко диковинка. О, инжир, смотри. Такой большой. Инжир большой. Ну, мы уже своих наелись, поэтому... Это еще гранат, такая экзотика, да, красная. Старые такие домики, да? Да, да, тут если пойти, тут можно увидеть такие домики красивые. Он соседей Вильнич. Да, ну далее. Иван, ты хочешь посмотреть деревню или ты хочешь уже мы пойдем назад? Ну, темно. Из Dark already, Дарни. Пити за Бекам Сулейт. Видишь, смотри, здесь вся деревня, она отделана так же, как Ливкара, вот примерно в таком стиле, видишь. Все каменное, дорожки каменные вот такие, все выслано камнем, все отделано камнем, смотри. Видишь, горы, да-да, ювелирный магазинчик. Такой. Ну и так вся деревня, такие улочки тоже узенькие, жалко, что мы, конечно, мы так поздно. Да. Да ну, мама, даже если бы не заблудились, мы попали на этот второй водопад. И мы бы там. Мы хотя бы тогда куда-то попали, понимаешь? А так мы попасть не попали. Заблудились, время потратили. Ладно, мы зато случайно попали. Куда мы там случайно попали? Посмотрели какую-то эту. Страху натерпелась. Страху натерпелась, да. Раза больше. Да, да. Натерла. О, глянь, какие видишь, ворота. Ворота тоже, да, деревянные. Каменные домики. Там тоже закрыт очень магазинчик. Баночки, почем же сейчас эти маленькие баночки? Да, мед, видишь. 3,50. А, мед, да не, мед мне не интересно. Ну, а что ты думала там? А вот эти вот маленькие резанные, тоже дорогие. Ну, вот маленькие, да? Где, какие? Вот эти. Ну, это тоже пастылаки, видишь, разные. Ну да. Ну, это набор или это одинаковые? Ну, как сказать, там все одинаковые. Там это 10 евро. Там или миндаль, или этот арахис, не помню, ну, что. Сладкое, да, из кунжута. Ну да, это как казинаки. Там 3 на 10, а тут 1-3. 1-3, это нужно покупать 3 на 10? Скорее, ну дешевле на 1 евро. Ну да. Вот. Это можешь купить в супермаркете что-то подобное и дешевле. Да. Ну да. Вот, одна три, две на пять. Дешевле, да. Ну, видишь, али бы три на... Три на шесть? Ага. Да. Вот что вот это зеленое за маракуйя? Да. Облицовочное положили на землю. Да. Бля, капец там полетит. Очень массажно по ней идти. Это, наверное, давняя, да, ко мне? Не знаю. Может, давняя, может, не очень. Но учитывая, что деревню отделывают до сих пор, наверное, не очень давняя. Да, ну, наверное, реставрировали. По старину, как бы, да. Хотя ты видела, какая тут старина? В Никосии, помнишь, там желтое здание? Ну, да. Вот эта старина получается, посмотри. Монастырь, да? Монастырь. Наверное. Там написано что-то. Что это за чай? Вот здесь. Вот здесь. И имя Ставрос. Чего это Ставрос? Ставрос? Нет, Ставрос. А ну, а си сам себе засей. Ставрос. Монастырь там вон написано, видишь? И там служба внутри идет, а это очередь туда. Монастырь Ставроса, и сегодня праздник, потому что именины Ставроса. Сегодня... Ой,
Ой, какие тут. Как ручная работа или подручную работу? Конечно, подручную. Ну, красоты, да, подушки. У меня вот есть что-то подобное. Коты вот такие, вот можно наволочки пошить. Я заказала в интернете. Да, по интернету. Ну вот, ну они не вышиты, они такие тканы, вот какие-то. Они тканы. Они на вроде этих, они тканы у меня. Коты и совы. Вот смотри, вот точно такие же совы тканы у меня есть, ткань. Это гобеленчик. Ну гобеленчик, да. Что первый этаж, а второй этаж жилье свое. Ой, смотри, какой там красивый второй этаж. Видишь, веранда, балкон. С этой стороны у них магазин, а с той стороны видишь. Ой, смотри, вот это какая красивая. Вообще супер. А здесь видишь магазин. Да, да, да. Да, здесь магазинчик. И там тоже улочка красивая. Зашел домой, все, видишь? Да-да, зашел, закрылся. А там что, второй этаж тоже есть? Нет, здесь нет второго этажа. Нет, там задняя комната. Наверное. Ну, молодец, как Ленька. Вот видишь. Таверна. О, понятно, таверна? Таверна. Ну, видимо, столики выносят, когда не ярмарка. И таверна. Таверна, живая музыка, что тут? То есть получается, что, вот в этом окошке, что ли, таверна, а тут хендмейд магазинчик, интересно. А, вон, вон, указатель туда, вон она. А, туда указатель. Вон, вот, да. А, ну да, да, точно. Ну да, это хендмейд. Вот эти, которые красивые, второй этаж, видишь, тут магазинчик. Да, да, магазинчик тоже. Какие нежные, нежные. Ну, смотри, смотри, какие с фриволите, гляди, да. Сплетенные сердечки. Красиво. Да. Вязаный крючком. Я за ним пойдем. Да не знаю, он пошел посмотреть, но я не могу, у меня уже нога болит. У меня колено, я не знаю вообще. Если бы я могла его не изгибать, понимаешь? А у меня тоже уже нога. Здесь тоже галерея. Видишь, художественная какая-то. Красиво. Да. О, а здесь уже, видишь, отдыхают. А это наверное, люди живут, видишь? Да. Номер дома или квартиры тут. И так нараспашку. Тут вообще классненько. Ой, цветы пахнут. Тут жасминчик. Интересно, какие цветы пахнут. Ну, где, наверное. Смотри, прям видно квартиру. Наверное. Да. Винный завод, розничный магазин. Какой зверинару зроно? Зверинару? Я не знаю, я знаю, но I have pain in my leg. Где второй этаж? Ой, это уже красиво, как смотрю. Ну, видишь, это все новая отделка. Здесь и вот этот камень, это все новая отделка. Это верно, видишь, наверху. Там не написано винный магазин. А, Сойзер. Сойзер, это верно. Correctly or not? А, нет, не наверху, то есть это дальше, наоборот, это означает дальше. 60 метров, да. 60 метров. Да, дальше. Ну, это прямо это означает. Девочка вверх прямо. Вот кусты пахнут. Жасминчик. Покажу сейчас вам, как вылить ночной лимассол так из машины издалека.
возвращаемся домой. Решили уже не заходить никуда. Очень сильно устали. Так что едем домой.